У одного из старейших вузов Минобороны военного университета. Новый начальник им стал генерал-майор Игорь Мишуткин. Приказ президента о назначении зачитал статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков. Он отметил, что Мишуткин, который до последнего времени был заместителем руководителя вуза, боевой офицер, афганец, принимал участие во многих специальных операциях. Кроме того, он многое сделал для развития военного университета. Очень важно, когда есть преемственность, когда есть хорошая преемственность. И я думаю, что в данном случае все так и получилось. Ваши воспитанники получают самые лестные, самые высокие оценки от командиров и начальников. Так держать. Прежний начальник военного университета генерал-полковник Валерий Марченков, который возглавлял вуз последние 16 лет, останется в его стенах. Он займет должность научного руководителя.